I don't know. I'm so excited. I'm very happy to meet with you in Nowruz. You just welcome to Kazakhstan. Друзья, всем привет! Сегодня мы расскажем о незабываемом дне прибытия Димаша Кудайбергена в Объединенные Арабские Эмираты, а также о том, как проходит первый день подготовки к концерту. Итак, 21 марта в Дубае прилетел Димаш Кудайберген с двумя бабушками, родителями и сестрой. Появление артиста поклонницы ждали почти 3 часа. С места события вели прямой эфир, публиковали запись ожидания в YouTube и социальных сетях. Один из встречающих приготовил в подарок портрет Димаша. Шли часы, но артиста все не было. Чтобы скоротать время, дорогие пели песни. «Махаббат Бермаган» также звучали «Жизнь быстротечна» и «Незабываемый день». Среди встречающих были поклонницы со всего света – России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Сербии, Франции, Таиланда, Великобритании, Австралии, Южной Африки и других стран. Большинство дорогих мы знаем уже в лицо. За 3 часа ожидания группа Диас успела даже продавцов аэропорта подготовить к встрече певца. На их витрине появилась надпись «Димаш, купи у нас сим-карту». А чат прямого эфира в YouTube наполнялся записями. За долгое время ожидания участники встречи успели наговориться и даже немного поругаться в прямом эфире. Мягко говоря, странными словами. Что повергло в шок зрителей эфира. Ну, что скажешь, такое было впервые за все случаи встречи артиста. В чате заждавшиеся поклонницы писали с юмором: «Димаш, хватит прихорашиваться, выходи уже». И так, наконец-то, в глубине зала появился Димаш. Он шел без тележки, готовый принимать приветствия, улыбки, цветы и море любви от дорогих. Даже через маску было видно его счастливое лицо, глаза светились от радости. Как всегда, среди встречающих была и юная Диас. Конечно, ей досталась большая часть внимания Димаша, трогательные обнимашки и даже его стильные очки. Конечно же, артист со всеми сфотографировался, раздал автографы. У всех немногочисленных участников встречи, вы сами видите, лица светились от счастья. Жаль, что не все надевали маски, все-таки омикрон не дремлет. Зрительница нашего канала с ником Сулу законно спрашивает: «А что, нигде уже ковида нет?» Одним словом, друзья, встреча Димаша прошла тепло, но не так громко, как это бывает при участии китайских дорогих. Жаль, что не было музыки с барабанами, как было при встрече Димаша в Сочи. Артист второй раз прилетает в Дубай. Тут традиционно мало встречающих. Меньше было лишь при его приезде в Исландию на съемке клипа, где его встречали лишь 2 поклонницы на этом ледяном острове. На следующий день, 22 марта, продюсер Канат Айтбаев традиционно перед концертом рассказал: «Дубай, ведутся работы по подготовке концертной сцены. Очень приятно, что с Димашем на концерте будут выступать хорошо знакомые нам бэк-вокалисты Зарина Бажакова, Расул Усманов и автор песен Джордан Аракелян. Напомним, что ее песня «Fly Away» в исполнении Димаша недавно заняла 1-е место на радиостанции Channel R в Сиэтле, США. Итак, ждем концерта. Билеты проданы, зрители на месте и любимые бабушки в теплом Дубае. Посмотрите на фото из сториса, какие же они красивые. Сейчас в Алматы дождливо, а в Объединенных Арабских Эмиратах и рядом с Димашем всегда солнечно. Недавно одну из бабушек поздравляли с днем рождения. Она принимала поздравления со всего света от поклонниц внука. А поездка в Дубай на концерт Димаша, наверное, стала еще одним подарком ей.
Друзья, надеемся, что в нашем обзоре мы частично восполнили пробелы в информации о приезде Димаша в солнечный город Дубаи. Сейчас всем ДИАС на территории России заблокированы входы в социальные сети. Часть блогеров перестали рассказывать о певце. Кто-то физически не приехал, кто-то и вовсе ушел в творческий отпуск на неопределенное время. Как вы знаете, монетизация YouTube-каналов на территории России, Украины и частично Казахстана отключена. И вместе с ней пропали с горизонта и некоторые авторы. Впрочем, оно и понятно. Но в данный момент мы с вами. Спасибо всем за поддержку. I don't know. I'm so excited. I'm very happy to meet with you in Nowruz. You just welcome to Kazakhstan. Алға, Қазақстан!